Блин, да нет, нет. У меня очень много модеров. У меня здесь на эфире сидят модераторы. Мирза, добрый день. Я из Казахстана, Караганда. Вы откуда, из какого города? Кстати, тебе Андрей скинул по винам. А мы вчера с Андреем играли, он мне проиграл. Же, ты же помнишь? А я вчера насобирала 18 вин, и мы потом продули Виталию Алматинскому. Вот. А у Андрюхи вчера никого не было, ты не стала меня забирать, короче, винчики. Вот, у меня и сохранились они. Но вчера, что-то, знаешь, актива вообще, с кем я играла, ни у кого не было из пацанов, поэтому мы легко насобирали винчики. Мирза, спасибо за подписку. Мирза, сообщение либо пропустила, не увидела, вы откуда. Алибек, ты что, еще валяешься? Отдыхаешь? Как погода шикарная, тепло. Мирза, как вот я говорю, мы же со Станой обычно более-менее одна и та же погода, похоже. А это, у вас дожди идут второй день, у нас вот солнечно, сегодня тепло, вчера ветер сильный был. Метат, спасибо за подписку. Ребята, кому не сложно, подпишитесь. Да, я сегодня не знаю, что такое, у нас дождь второй день уже, ну. Что сегодня такая аудитория, это все вот какую-то пошлятину, ерунду, оскорбления пишут. Вообще такого, в принципе, это очень редко бывает. Я хотела забрать, потом думаю, 9 винов, ладно, не буду портить настроение. Да, когда, короче, 9 винчиков, да, было? Доброго времени суток, Азитама. Доброе утро у нас из Караганды, да. Стамбульский салам. Мы так дошли, да, до 18, но на самом деле особо не было, я говорю, счетов. Потом 18 вин забрали, типа счетом 300, а у нас было 100 с лишним. Но от меня уже и все ушли, долго сидели. Принцесса Претчингис, привет. Я отлично, я украинка и русская. Симпатичных девушек обожаю, только если они глупые. Привет, привет, где ты? В Караганде. Я бухгалтером работаю. Мирза, спасибо. Спасибо за помадку. Ой, прикольный, конечно, подарок. То все бабочка мне нравилась. Бабочку уже это. Много дарили. Теперь помадки. Ребята, подписки нужны ваши. Пока есть народ, добиваем. Сейчас представляете, вот эти, кто всякую похабщину здесь пишет, подпишется на меня, будет еще вечером ко мне заходить такое писать. Чингис, ну какая принцесса? Муа, спасибо! Мирза, спасибо большое. Вай. Вячеслав, доброе утро. Вячеслав, как дела? Давно не заходили. Дай о чем подумать, у тебя тату или наколок? Нет, у меня ни одно, нет вообще. Алибек, я никогда не хотела, вот мне 30 лет, я ни разу за свою жизнь не захотела татушку, 16-17 лет, никогда. Потом, Мирза, спасибо большое, бай, все хорошо. Потом мне что-то захотелось вот здесь, это было буквально месяц назад, я что-то начинала, там даже в ТикТоке говорила, можно набить. А мне пацан пишет, пришла чистая, в этот мир чистая и уйди, я думаю, в натуре, никогда не хотела, не буду. Удачи тебе, спасибо большое. А я ни о чем не подумала, здесь чат летит, одно сообщение прочитала, я потом на другое сразу переключилась. Поэтому все нормально. Все хорошо, удачи тебе, спасибо большое. Гар, спасибо за розу. Это что за стол пало на землю? Вот самое классное, когда пишут там, хорошего дня тебе, отличного настроения. Или, а что ты здесь сидишь, иди там туда, иди сюда, сделай то. Ты милая? А ты как думаешь? Я добрый сама по себе человек. Но милой со всеми ты не будешь? Нет, она красивая. Моя милая, но нет. Не твоя. Иди туда, иди сюда, сделай миллиард, вернись нам, сделай миллиард. Потом снова к нам вернись.
Да. Да, делаем 17к, Анки. Я думала, это девушка красивая моя пишет. Строго Сталин. Ты интересно, у меня сидишь здесь или залетаешь периодически? Замужем или нет? А если замужем, то что? А если нет, то что? Приедешь, будем знакомиться, будешь писать. К чему вопрос? Не нужно стесняться животика. Ну, если я стою, у меня его нет. Но если вот так сижу, вот эта кожа, конечно, она есть. Поэтому я прячу. Периодически. А если замужем, я ухожу. А если нет, то что? Если я не замужем, давайте 135 человек. Ладно, исключим, кто там не хочет. Пипок. Со 100 людьми давайте начнем общение, знакомиться, выбирать, отбирать. Хорошего утра. Доброго утра, ребята. Отличного настроения. Будьте добры. Да. Ты откуда? Караганда, Казахстан. Конечно, но мужчина, нам важно знать, ты занята или нет. Спасибо за розочку. Спасибо. Виталий, спасибо за розу. Я расплываюсь в улыбке, как дурак. У меня нет сейчас макияжа. У меня только губы подкрашены, ресницы нарощены, брови тоже. Юнис, добрый день, как дела?